Зачем сушают деревья? Чтобы было красиво и у нас был кислород. Если бы их не было, то тогда бы не было красоты и кислорода. И мы бы все погибли. Сначала не умрем, сначала у нас будет воздух. Где-то его будет вот столько. И вот мы здесь будем. Мы будем его вдыхать. И так все выдохнем. Нам надо очень много кислорода. Сотни тысяч. И это легкие природы. Их лучше не рубить. Да. Это тоже же, это же природа. Чтобы в них жили совы, жили маленькие птенчики, голуби. А где им жить-то? Ну, на деревьях птички, яблочки маленькие. Планета, она большая, и там не так уж и много людей. Для них слишком много места, поэтому и сажают деревья, чтобы место занимали немножко. По всей земле нашей есть деревья. И в каждом городе, в Москве видно. Вот мы с папой сажали деревья. Сначала выкапали, а потом сажали и ленточку. Когда мне было 4 годика, с бабушкой сажал в саду. Ну, такое семечко, и потом выросло дерево. Ложишь его в землю, закопал, а потом полил, и оно выросло через месяц. Это надо долго времени ждать, и каждый день, чтобы оно выросло. Она не по дням растет, а по часам. Где-нибудь там 10 лет, чтобы вырасти до 3 метров. Или даже больше. Надо за ним чаще ухаживать. И надо садить там, где нету труб. И не рядом каким-то заводом. Нельзя деревья сажать прямо на дороге, где машины ездят. Каждый свое место. Не каждый. Там березы понаставить на метр от друг друга. Да. И елки. Надо поливать его. Солнце, вода. Не слишком много и не слишком мало. Если не полила, оно не вырастет. Ну, его и не так много надо поливать, а то оно тоже загниет. Которое дерево не любит солнце, лучше подальше ставить. Ну, никто не знает, будет ли оно здоровое и крепкое. Если дерево только выросло, нельзя его обрешать. Если оторвать веточку, может природа обидеться и сразу повянуть один листочек. Не срубать их, не рвать с них листья. А еще нельзя их трясти вот так. Нам же не будет прилично, когда нас, например, вот волосы, например, срубать и вот так качать как-нибудь. Ну, деревья же, оно живое.